дочь моя, ругаюсь ведь с Яной, девчонки, мальчишки. Говорю, Ян, давай снимем видео, ты будешь готовить. Я не умею, я не умею, вы посмотрите. Это я так не умею готовить. Ну как вот? А? Говорю, ты посмотри, я не готовлю. Мать так не умеет, как она. Смотрите-ка, надо же, а? Красота. Да, Яна, да. Как вот с ней жить? Ребенок. Попробуй вот этот кофе. А, вот кофе, который я купила. Вот это вот называется. Паул Классик. Очень вкусный кофе. Сейчас мы с вами пойдем за килькой. Давайте машинку вынесем. Кстати, у нас вон какая-то, что за окном у меня. Я еще сетки не убрала. И вот. Тут у меня Юлька, конечно, я замучилась протирать подоконник. Она греется на батарее. Цветет у меня мужское счастье. Ян, скоро папка новый придет, значит. Смотри-ка, цветет. Вот. И женское не цветет. Мужское цветет. Не знаешь, в чем вопрос, Ян? Ну ты скажи. Чего нет? Так что сейчас, девчонки, мальчишки, собираемся и пойдем за килькой. Чего нет-то? И будем убираться. Сейчас я своих вытащу убираться. Говорю, машинка. Ну все, она мне надоела здесь на кухне. Сейчас пойду схожу за килькой. И не знаю, чем нас Яна будет кормить сегодня. Думаю. Надо прибраться. Мастер на телевизор придет с 4 где-то до 5. Надо понакрасить губы, понамазать. Пойдем вместе в магазин, купим кильки, потом будем жрать. Что я буду готовить? В принципе, у меня есть и плов, у меня есть суп. Кильки куплю, кильки хочу просто с черным хлебом и с чиполинка. Прикусочку. Ой, обалденно. Она от нее даже пить не хочется, честное слово. Мне даже соседка сказала, купи мне попробовать. Кого? Кильки. Я ее так расхвалила. Я говорю, ну вот сейчас схожу, надо погулять пойти. Просто даже погулять. Денег только тратить не будем, мы будем с вами экономными женщинами. Да, Ян? Ян, что-то в самокате уже сказали. Вот что ты тут яичницу жарит. Это омлет. А, омлет? Как называется-то хоть это чудо-юдо или выкид? Омлет. Омлет, ну ладно. Омлет, там лук у нее, морковь, этот. Помидорка, яйца, помидорка, лук, да? И сыр. Вот. Миш, мы сегодня унесем эту машинку отсюда. Куда? Сейчас их в зал поставим куда-нибудь в угол. Надоела она здесь. Все, бесит. Бесит. Можете, пока меня нет, покушать переставить. За диван куда-нибудь туда вот. Все, мне надоела эта машинка здесь. Ладно, все, собираемся и пойдем за килька. Прогуляемся, посмотрим, какая погода. Это я видео сейчас я выставлю. Небольшое. В ложек. Ты какой кофе, Паула? Ну, твое, нет больше. Но оно вкусное. Ну, все, давайте, пока-пока. Чмоки. Чё ты как-то мутненько.